Здравствуйте, я Андрей Ковтун, приветствую вас в рубрике «Групповые покупки». Наверняка многие читатели нашего портала слышали о долгоиграющей новинке от компании Blue под названием X550. Сегодня мы с нашим партнером магазином GearBest устраиваем групповую покупку на эту модель. Для тех, кто не знаком с этим гаджетом, я постараюсь прямо сейчас ознакомить вас с ним. По сути, это недорогой, но довольно заряженный смартфон с емкостью аккумулятора в 5300 мАч. При этом небольшой толщиной в 9,5 мм и довольно узкими рамками. Рассмотрим его внешне. Вид. Лицевая панель выполнена из стекла. В нижней части расположились три стандартные сенсорные кнопки. В верхней части камера, разговорный динамик и стандартный набор датчиков. Задняя крышка изготовлена из пластика. В верхней части расположилась камера со светодиодной вспышкой. В нижней части, если верить фото, два динамика. Только что я вкратце ознакомил вас с внешним видом этого продукта. Для тех, кто хочет ознакомиться с ним более детально, смотрим видео в сети. Их уже там масса, даже от официального производителя. Сейчас я вам вкратце расскажу о технической части этого продукта. Диагональ дисплея составляет 5,5 дюймов с разрешением HD. Матрица IPS, применена технология OGS. Работает новинка под управлением операционной системы Android 5.1 Lollipop. Количество оперативной памяти составило 2 ГБ, встроенная 16, плюс возможность расширения с помощью карт microSD до 64 ГБ. Тыльная камера равна 8 мегапикселям, фронтальная 2. За работу отвечает 64-битный 4-ядерный процессор MTK6735. Из дополнительных функций могу отметить наличие GLONASS, беспроводной нового обновления прошивок OTA, OTG и функцию быстрой зарядки. Если верить производителю, зарядить аккумулятор этого смартфона на 75% у вас получится за 1 час. А это очень быстро, учитывая его емкость. В общем, лично от себя могу сказать, что этот смартфон очень интересен, особенно для тех, кому не особо важна мощность процессора. А больше интересует качество продукта и автономность работы. Ведь компания Blue Bu уже не первый год на рынке, просто раньше она акцентировала внимание на внутренний рынок Китая. А это их первый продукт, акцент которого на европейский рынок. Поэтому предварительно с качеством здесь должно быть все отлично. Полный обзор на эту модель я вам покажу на следующей неделе. Ну а сейчас мы вернемся к групповой покупке. По какой же цене предлагает нам купить этот девайс магазин GearBest? С учетом этого купона вы сможете купить Blue Bu X550 за $143.89. Хотя стандартный ценник от производителя составляет $159.99. В общем, неплохая экономия, тем более, что магазин GearBest уже проверен и ему можно доверять. Чтобы заказать этот продукт, все, что вам нужно сделать, это пройти по ссылке, которую я укажу в описании и в комментариях. В соответствующей графе ввести купон, и после этого вы получите обещанную скидку. Вся остальная процедура оформления заказа довольно стандартная, поэтому ее я вам объяснять не буду. Ставьте лайки те, кому данная групповая покупка помогла найти низкую цену. Добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на канал в YouTube. Читайте и комментируйте текстовые новости на нашем сайте. С вами был Андрей Ковтун, специально для Android News. Да пребудет с вами Android!